нет ни одного русского солдата! Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, тогда вы знали бы, кто есть Милорадович. Тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы! Осрамили русский мундир, честь военную, название солдата! Вы пятно России! Вы преступники перед царем и отечеством, перед Богом! Это что вы затеяли? Что сделали? На колени пред законным государем-императором Николаем Павловичем! На колени, ребята! Все! Все!